Всем привет! Это у нас сосед. Ну, я понял все. Все прочитал, все понял. Автор не наркоман. Все. Кто назовет автора наркоманом, тот сам наркоман. А если я назову... Я не могу быть наркоманом. Это факт. Выбрать и пытаться... Да, новую игру. Будем... Да. Начнем новую игру. Новое начало. Все с самого начала. Это... Ну, блин, мне бесит, что видно угол. Вот. Ну, вот бесит. Вот вообще. Вот эта вот черта белая. Во, не видно. Ну, а теперь меня как-то... Ну, как-то так, короче. Да неудобно стало. Что произошло? Это все после ремонта, кстати. Да, мы шкаф этот помним. Много в нем сидели. Может быть, даже разок обосрались, когда сосед рядом ходил. Помните? Сосед, когда знал, что мы в шкафу, так не делал. Он залетал и голову нам отрывал. Ну, конечно, мы были не ребенок соседа. Давай по бырику решим уже все вот это. Мы все это видели, да? Миссис Веснушка. Мальчик-кошка и миссис Веснушка. Че? Ну мы не будем гитару на этот раз брать. А че не будем-то? Уа. Не, давай, что-то возьмем. Вот этот шар возьмем с собой. Такая вот физика, да. Ничего с ней не поделать. Грит. А, тут смотрите, тут можно все это увидеть, да. Вот это вот, вот такого хорька мы находили. Вот эта птица нас, которая бесит, мне кажется. Только она курит почему-то. А это вот он. Мальчик-кошка. Кто-то мальчик. Ва-ва-ве-ви. Ну ладно, пойдемте. В этот мир войдем. Игрушки нельзя отдавать ему. Но потаскать. Если он попросит, типа, дай игрушку потаскать. Нельзя давать потаскать игрушку. Взял, упал. А я не понял, а почему я... Вот для чего вот это вот место существует? Он уже меня спалил? Нихер себе. Так быстро. Так быстро даже кошки не родятся. Ты слышишь? Кошка, да? Короче, автор не употребляет наркотики. Автор молодец. Вообще. Не зависает в клубах. Не зависает на даче с друзьями под грибами. Это не про автора. Он в Солянова дома сидит и бухает вискарь. Да не, он трезвенник точно. И да, и если все загадки разобрать под лупой... Да куда ты, блин, мальчик? Ну да, они все логичные. Ну кроме той, что там заберись по коробкам. Ну хотя, почему бы и нет, есть коробки, можно забраться, почему не забраться? Логично же. Я тут первую часть искал, где можно на коробках забраться. Тут, говорится, все логично. Ну я так и думал, у меня в голове пролетала мысль, что нужно гейзеры заткнуть. Да то есть, где? А, ого. Ты так медленно выходишь вообще, пацан. Привет, птица. А тут что, нету, что ли? О, ты сидишь за мной, бежишь, нихера себе ты. Молодец. Оп. И что теперь? А где ты? А, вон ты. Пи-пи-пи-пи-пи. Окей. На 16 игрушек найти, охренеть. Е-ей. Давай. Иди сюда. Кушать подано, братишка. Мой рычащий братик. Так, сейчас нужно его закинуть туда обязательно. Чтобы он уже не украл его у нас, да? Чтобы нормасик все было. Да. Типа и... А почему? Ну ладно. Ты где, кстати? А, вон там тусуется.
Или это у тебя хвост? Или это парень? Нет, это хвост у него. А где парень? Хрен его знает. Сейчас. Че, это тут насрано, что ли? А, бинокль. Ну, мне пока бинокль не нужен. Сейчас мы... А, нихера себе. А мясо можно прикрыть, интересно? А куда ты? Ты там же дырка, ты должен в дырку скатиться, ты же круглый. Ты же шар. Ты же помнишь это? Да, говорит, насрать. Ну давайте мясом прикроем. Мясо нам больше не нужно. Ну шариком, по всей видимости, тоже нельзя прикрыть. Окей. Хорошо. Ну сейчас мы тех, которых знаем, быстро достанем, а потом будем уже херней страдать. Пытаться найти способы другие. Ну как забраться, я теперь понял, да, да, да. Ну мои способы тоже были в принципе логичны. По деревам попрыгать там или что-то еще. Но оказывается нет, не до конца логичны. Недологичны они были. Ну вот про воду так мне и не объяснили, если честно. Нахер я туда воду лил? Ой, то есть нахер я отсюда воду туда слил? Вот я так и не понял, для чего. Цель. Вот там мокро было. Ну, видимо, потом это где-то нам, в каком-то моменте это нам скажется. Аукнется. Ты ушел? Ну, типа закрыл, ладно. Допустим. Тут он все еще, да, мы же где-то вот тут нашли этот рычаг. Рычаг. Какой рычаг, блин? Ага, вот, да, он тут. Ну пусть пока лежит, я помню, что он тут. А там в углу что-то было? Ни хера не было, да? И ни хера нету, да, все верно. Окей, теперь он не убежит. Только... Шо отсюда? Малолетний дебил. А обрядился, да, в костюм кошки и, короче, хуй. А как этих зовут, которые себя животными как бы ассоциируют? Забыл. Недавно про эту тему было. Что они типа в Америке там, типа, это... Как это? Туалеты себе кошачьи, короче, выпросили. Отсудили. Я бы хотел бы на это увидеть. Как бы кошачий ходит. Вот это было бы весело. Ой, как было бы весело. Ой, бы я животик надорвал. Так. Еще, да, часик прошел. Так. Еще можно в кастрюлю, да, в рот запрыгнуть, кажется. Ей! Ага, а как отсюда выпрыгнуть, я так и не понял. Ну, способ мы знаем, да. Способ есть. Чё творишь, пони? Я так делаю, потому что, и возможно, возможно, у меня не будет этой херни, и как бы это... Я просто не знаю другого способа, как отсюда выбраться. Тут же нет другого способа, да? Типа, возможно, если бы я пошел туда с коробками, да? Типа такого. Я бы там смог себе выход сделать. Ну, нахер. Я бы так стал делать. Спрашивается, да? Ого, как ты рядом. Ты где был тут так? Пусти, когда где-то ждал меня. Паршивец малолетний. Ага. А вот и... Это самая милая игрушка пока что. Я бы такого сам себе дома завел. Три уже, да? Так, этого мы можем забрать? Или я какую-то дырку не закрыл? Нету его. Какую я дырку? Это закрыто. А, вспомнил, какую дырку не закрыл.
И у меня ничего нету, да? Да, у меня ничего нету, нечем закрыть. Ну ладно, сейчас найдем, сейчас вон коробку найдем. Малолетний дебил! Всех нас победил. Да не, пока не победил. Тыдын. Тодон. Тыдын. Так, сейчас будем... То, что знаем точно, да? Он медленный. Мальчик-кошка, блин. Кто-то мальчик. Давай быстрее, двигайся. Я девочка маленькая, быстрее тебя хожу, а ты какой-то мальчик, блин. Мальчик-кошка, кошка-мальчик. Кошка-пацан, во, кошка-пацан, точно ты. Ты куда пошел-то? Ага. Так, это четвертая или пятая? Четвертая, кажется, игрушка. Что это было? Как это вообще понимать? Не знаю. Прям вот удивило, удивило. Я понял только что, до меня дошло. Я тупо сжал. Да, да, вон раз, два, три. Да, 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 все нормально. То есть если я туда уже кинул, все. Я туда хочу наверх, там такой камень есть, он как бы им идеально затыкать дырки в гейзере. Вот прям вот специально... Ага. Я руль в руках, рулим, а? Девочка, ну, пожалуйста. Не будь как твой брат. А, ну да, все правильно. Ей. Там прям... О, и телек, кстати, можно телеком тоже, да? С этим абажуром так я не понял, что делать. Абажур. Да куда? Что мне делать с абажуром? Тут там что-то есть. Так. Как туда? Я забыл, да? Тут как я? Вот так вот? Ага. Вот ага. Во-во-во-во. Во-во. Нет? Вот. Как нет? Куда что ли? И вот тут-то, да, вот так вот. Оп. Нет. Нет. Все правильно сделал, просто как бы не доделал что-то. Как хрен знает. Как я тут заберу? Во! Да? Во! Нет. Да блин, а? Я так идеально забирался туда, а сейчас уже не могу. Произошло со мной. Там где-то надо. Вот тут. Вот тут бежим такие, туда прыгаем, так вот. Ага, ага, понял, да. Ну да, ну да. Как там? Голова не помнит, руки делают? Ну что-то типа такого. А тут пылесос. Пока не знаю для чего. Стрелочки мне пока не показывают. Типа я еще умен, я еще могу. И без стрелочек обойдусь. Во, смотри, какой камень, идеально, да? Дырки запечатывать. Что там еще можешь что найти, может? А этот стол я помню. Там был телевизор. Ну, в целом, тогда полетели. Ей, да не икай. Игорит. Сначала на этот шкаф, да, попробуем забраться? Тогда нужно вам тот гейзер закрыть и тот. А там больше не было. А там еще, еще один гейзер, кстати, есть. А, то есть вот так вот даже это работает. То есть просто подошел, просто нажал. Удивило, конечно. Ну иди нахер, пацан, ну ты че? Так было хорошо, пока ты опять не пришел, а? Вечно портишь нашу вечеринку, блин. Человек, которого не... О, мне страшно. Я сейчас в кустике написаю. Че?
еще один телек. Это или я покакал телеком, я не понял. Что у меня телек в руке. Видимо, я покакал телеком. А, туда можно, да, вот с этого гейзера типа запрыгнуть, видимо, да? А телека-то у меня нет. А теперь есть. Это тоже телек, интересно. Не, телек не работает на эту тему. Я... Ай, пустяки, пустяки. Я как бы понял, что есть еще камень. Я это, точно помню, что вот это на полочке лежит. А как его сбить оттуда? Сейчас, кажется, я что-то понял. Иди нахер. Я типа один-то прикрыл одну дырку-то, да? Вот еще камень, кстати. О, вот туда сейчас можно запрыгнуть, да, наверное? Типа вот так вот. Не-не-не-не-не, не смей, не смей, не смей. Шо отсюда? Типа, сейчас мы еще одну дырочку прикроем. Какую? Ну, какую-то прикроем. Угу. Ты такой медленный, ну это жесть просто, ну ты, как ты? Кошка мальчик, ты должен быстрым быть. Нет, он медленный, вообще ходить не умеет. Кошка мальчик, блин. Видели, да, телевизором покакал. Я все еще как бы в шоке от этого. И сказал, сейчас я обоссусь, как бы, когда он мимо придет, и покакал телевизором. Ну обосрался, получается, даже больше. И куда ты идешь? Деловой, да, смотрите, виляет такой. Че, опять сейчас камнем покакаю? Можно не какать камнями, пожалуйста. О, нихера себе. Сейчас там такая бомби. О, да, смотри, там какая штука. Там то бы еще прикрыто. Мы теперь-то туда заберемся, да? Теперь-то мы сможем, теперь-то мы-то сумеем. Отлично, сбил. А теперь бежать, 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 бежать. Не знаю куда, куда-нибудь. Вон в эту, в эти кустики. Дед, а, вот он. Смотрел такой на кустики, да? Видимо, запах не понравился. Ну, конечно. Мне бы тоже этот запах бы не понравился. Воу, там вообще, да? О, ну да, ну да. Вот для чего нужны были эти камни. Ну понятно, тут все для чего-то нужно. Не просто что-то все это существует. Ни хрена себе. Эй, это слёдник, да? Опять да мне отсюда не выбраться. А нет, смотрите, выбираюсь. Могу по двери пройти. Так кого ты, ну ладно. Так, это пятая игрушка. Охренеть, блин. Получается, мне нужно вон тот камень забрать, да? Теперь мне нужно вон на тот верх, я тоже помню. Там мне типа стрелочки рисовали, куда мне. Там типа гнездо, как я понял, будет, да? Я это гнездо, ну, в гнездо насру. Эта птица охереет, скажет от этого, как бы, от этой наглости полетит мне давать по жопе за это. А я как бы в этот момент, меня там уже не будет, понятное дело, что я дура, что ли? Это же птица. Кто птица, а кто я, как бы, я маленькая девочка. Я буду уже ждать тут и как бы это, их схвачу. Эту игрушку. Вот. Вау. Так, это что? Это пленка какая-то. Ей. Попробуй заберись еще. Ой. Нихера себе. Раз. Два сразу же. А они там же есть.
Прям эти же, да? Вроде. Или да, могут быть одинаковыми. Вот сейчас прям не знаю. Есть ли смысл возиться? Два телеки поставим. Ой-ой, пацан там, смотрите. Бежать-бежать нельзя вообще, как бы, чтобы он меня поймал с этими с игрушками. Я их потом никогда не найду. Вот в этих кустах нужно заныкаться. Вон еще, кстати, игрушка. Ну да, мы же специально ее туда это. Ты же не спалишь меня? Иди в жопу! Где ты бежишь-то, я что-то не понял. А, вон ты где уже. Так, а вот дальше что мне делать, я не знаю. Не, ну сейчас ту игрушку я достану, закину. Посчитаю вообще, сколько их там уже есть. Он бежал. Возможно, мне нужно... Вон туда запрыгнуть выше, да, вон туда, например. Вон туда запрыгнуть. Ну да, 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 на все большие сейчас высоты я могу же прыгать. Точно. Я ж типа умею, практикую. Где? Когда ты далеко, блин? Ты палишь ты меня, конечно. Вот это палишь. Там точно было написано, сколько надо. Там нарисовано, каких и сколько игрушек должно быть. Понял. А я думал, просто типа одинаковые нарисованы. Там, видимо, их 16 и нарисовано, да? А где он? Куда ушел-то? Ну, че, он насрать куда-то там ушел? Может, хоть к маме пойти? Ой, ну так вообще не видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Еще восемь! Че, вообще охерели? Так, с этого гейзера куда мы сможем прыгнуть? Просто вот для интереса. Какой, А, вот с этого. Вот с этого еще. Можем в ту сторону попробовать, да? Ну, навряд ли мы там что-то найдем. Тогда... Ну, наверх нам больше, наверное, не надо. Хотя мы все наверх... Нихера, он меня подрезал, видели? Че? И сколько он стырил? Я... Да иди нахер! Вот это плата, конечно, жесткая за косяки. Я не ожидал. Прям не ожидал, не ожидал. Охренеть. И сколько он спер-то? Раз. Он льва спер и вот этого спер. Две игрушки спер, реально. Да жесть просто. Вот тут можно туда, да, запрыгнуть. Какой ты говножуй малолетний, вообще, ты бы знал. Посмотри, может, что-то тут еще где-то лежит. И яйцо может отдать. Ну хз, хз. Ага. Ну с яйцом что-то можно будет сделать, это понятное дело. Его можно скинуть, оно разобьется. Ну не. Не похоже.
На, конечно, было кидать-то по-другому его. Но мне нужно в шкаф зайти по-любому. Я прям вижу, там что-то лежит, да? Ружбайка, реально. Ни хера себе. Окей. Ну не. Тогда нужно в шкаф прыгать, да? А, нет, да, так не получится, ничего себе. А откуда? Оттуда, что ли? Видимо, да. Может, я просто не нажимал в бок, если бы давил бы постоянно. Лучше было бы, возможно. Куда я прыгнул? Не в ту сторону, это однозначно. Ну да, если, может быть, давил бы изначально и прыгал бы в ту сторону, которую нужно. Кстати, вот оттуда, скорее всего, проще будет туда лететь. Но мы все равно вот, вот так вот, да? Ага, смотрите, точняк. Ну да, ну да, ну да. О, тут можно. О! Здрасте. Забор покрасьте, блин. Приятная встреча с приятными людьми. Кстати, там на крыше не посмотрел. Банк-банк. Че сделал, блин? Их можно брать и кидать. А где, блин, теперь уж байка-то моя? Так, сначала скинуть. Вот ты гонишь вообще. Это жесть, пацан. Ты меня сейчас только что чуть не подвоил. Да хорош там нюхать землю, иди уже. Своим-то, да. Он порой так бесит, а вот этим своим нюхачеством. Непонятно, как бы, это я вернул того, которого он стырил, или нового нашел. Так, вот. Кстати, реально там на крыше не осмотрел. Где моя пушка? Почему я ее выкинул? Что за дебилизм я совершил? Ну... Я только не понял, что я могу ей делать. Насколько... Ну, короче, все, нет у меня пушки. Я не знаю, где она, ее надо искать. Пацан по-любому нашел, я отмел уже ее. Нечаянно выкинул, да. Ну, на, сверху, если опять... Ну, давайте вверх еще раз летаем. Я как раз еще... Это гляну, может, я там не все осмотрел. Вот так вот, да? С этой стороны еще хочу. Тут телек. Для чего-то лежит. Второй уже причем. Лежит. Так, а тут я вот тут где-то, да, скинул его? И куда? О, нашел тебя, дорогой мой. Я хотел глянуть, там, может, патроны, типа, как-то это... Они бесконечны? Блобешник. Сейчас опять, да, да ты гонишь! Он меня бесит, а? Как бы знал. Просто он еще две игрушки спер. Я приношу одну, он тырит две.
Что за херня? Че? Ай, под ней, говорит, нельзя ходить. Ты че, блин? Не уяснил, что ли? Вот это хочу место еще осмотреть. Че за херь? Ну, пленка, да, говорит. Ну, понятно, тут ловить нечего, короче. Больше. Каким попался? Я туда упал, да, он там был или что? Так, ну тут тогда мы камень сейчас заберем. Ну туда поставим. Отсюда мы попробуем туда запрыгнуть, на ту полку. Глянем, что там. Если бы эта тварь не тырила бы, да, игрушки, он просто берет и тырит в наглую, да? Туда же приземлюсь. О, и туда же и приземлюсь. Вот тут еще, вон, да, туда сходим. Вон там полка, смотрите, да? Тем полкам полка. О. И чё? О! И не лошадка. Это слоник вообще-то. Ну ладно. Вообще-то да, это слоник. Не лошадка. Тут я спорить не буду. Это однозначно слоник. Ну давайте сюда вот еще радио сгоняем. О, вижу. Такого я еще не находил. Это новый братишка. Так, что там у нас? Яйцо. Ружьёйка. Давайте яйцо пока скинем. Если что, мы тут его кинули. Нет, не разбился. Тут у нас книга. Ну, типа, чтобы вылезти отсюда. Окей. А что, время назад отчекивается? Я чуть не понял. Нет, время идет дальше. Охренеть, там как мало игрушек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть, ого, сколько у меня уже четыре игрушки сперли, если не больше. Тварина, а. Тварина вообще счета, да. Да блин. Я не помню, вот это макака вот. Про нее вроде тоже писали. Ну что про нее писали, не помню. Я должен приземлиться сверху на нее. Это очень высоко. Где там? Также этот абажур тоже, что-то не просто так, да? Она где просто, вот понять? Она на дереве сидит. Да блин. Или она в ведре? Я что-то вот это понять не могу. Ну, наверное, не в ведре, я же был в ведре, там был этот пони. Так, вот эту штуку я пока тут оставлю. Непонятно пока, непонятно. Давай ты вообще туда в жопу самую повалишь. Не, он до того куста пошел. Только в том кусте не писай, пожалуйста. Я там прятаться еще буду. Я прошу тебя, как сестра брата. Поссал, видели, да, поссал? 100%. Тварь, ну. Че ждать от кошки парня, ну? Ты достал, а? Блин, не попал.
А должен был. И подумал, что он, это между деревьев, да, там типа... Ну, это на дереве прям вот... На этой кроне, да, вот. Типа, если бы я вот так вот летел бы, летел вот так вот, вот так вот. Идеально, да, мне кажется? И хер... Там плавал, блин. Че это за пушка, нахер она нужна? Я ни разу не попал. Типа сверху. Я понял, что... Как это должно было произойти? Ну я просто не попадаю, да, наверное? Вот и все, я типа косорылый. Вот где тут-то? Вот тут, наверное, да, вот как-нибудь. Ну опять же косорыл, но... Ну идеально как-то прыгнуть. Или просто... Может убрать один камень? Все равно сейчас буду тут прыгать потом, да? Туда повыше. Искать там что-то. Типа... Не так высоко подлечу. Может самый раз, типа... Ну, типа... Типа да, но как бы что-то не получилось, да? Ну, типа да, ну как бы не получилось. Но в целом, типа да. Где ты? Да где он, блин, был? Это бесит, не видно в кустах его ни хера. Да хер знает, нет, мне кажется, что бред какой-то. Ладно, потом с этим разберусь. Все, видеть бы ее, где она там, тварь. Если она там, конечно, потому что там в диване сидит, нахрен. О, видел. Ага, вижу, да, есть. На попе шерсть, ну. А когда так высоко-то? А как? А, ну типа... Не так высоко надо просто, да? О, не бесит. Уёбище лесное, а? Когда подсказки-то подрубятся уже, а я хочу знать, где что-то лежит. Туда пытаться залезть. Ну как бы ты, говорит, нормально проходишь, зачем тебе подсказки? Сам найдешь, да? Вот так вот игра рассудила. Нет, я без подсказок не найду. Кул, да. Это дружелюбный режим. Кто знает, кто знает. Вот где ты? А, вон ты. Ну почему ты именно туда идешь, куда мне надо, а? Малолетняя дрянь, блин. Может он там прячет их где-то? И за ним проследить? Где ты был? Вообще не понял. Как-то он там... А, прошел, наверное, типа там, да, как-то? А, нет. Значит, все-таки нужно как-то попасть туда. О, крас... Ой-ой, что я там увидел?
Все пусты уже, короче, обоссало нахрен. От страха по-любому. С чем это херь? Да, прыгать что ли? Ну давай попробуем туда прыгнуть. Да кого? Да. А потом уже, да, будем туда пытаться попасть. Ну и мячики лежат, прикинь, говорит. А мне как бы игрушку можно мягкую? Одна штука, пожалуйста. И мне хватит. А, это подсказки подрубаются, я понял. Типа, ищет, а он такой, ей такой, а, мальчик-то добрый, он и сам подсказывает, такой вот этими стрелочками, говорит. А чё не на сопли? А там даже график лежит. Ну туда я понял, да, туда мой был план. А то есть там я не нашел еще одну. Или там типа когда он стырил у меня, она там появилась. Вернул на место ее, да, туда. Кстати, да, был кусок. Ковыряется, как кульки ищет какие-то там. Как улясики. Да иди в жопу. Не может быть нормальным братом, да, блин? Делай вид, что ты не нашел меня или что-нибудь еще. Нет, нахрен. А, подождите, если б я сразу давил по-жесткому, я бы как раз туда бы и попал. А, ну или вот так вот можно сделать. Че это? А, ну хоть ладно, хоть сбил ее. Ты что еще было просто, я не понял. Может отмечается как-то, нет? Не зачеркивается, жаль. Хорошо было бы, если зачеркивалось. Так, вот это мы сейчас нам туда, да, прыгать сейчас. Угу. Тут больше вроде как бы некуда, да, прыгать. Но туда высоко так не подпрыгивает, мы же это. Ай. Ай-яй-яй. На тебе. Контрастракт. Где кусты, лопусты? Тут. Макака еще вот это вот, вот там вот. Я не знаю, как с деревяшковой макакой. Что как-то сбить нужно как раз выстрелом. Не знаю. И там что? Ушел? А, ушел. Вот туда как попасть, да? Нихера себе. А, спасибо. Все, одна штука. Нихера, что я там вижу, да? Смотрите, смотрите. Вон вот куда я их все накидал. Вот это ты тварь. Не, ну в целом, ладно, хоть увидел. Но ты все равно, конечно, тварь. Но уже не такая жесткая тварь. Ладно, соглашусь. Брат, вот просто брат, да. Просто братишка. Братик, братишка, братан. Никакого негатива к тебе не испытываю. Мы играем с тобой веселую игру. Я пытаюсь найти игрушки, ты их просто тыришь и выкидываешь. Веселая игра, вообще классная просто. Описится, но. И Лёва тут, ничего себе. И ты тут. Вот это да. Сразу три игрушки сейчас принесу. Классно. Да, потом надо прыгать будет. Главное не попасться этому мудиле. Так. Ой. По игрушке в час, ну. А, да куда?
Ты мудила, конечно. Игрушки-то у меня не забрал. Где ты, блин? Вообще. А, может, это тоже игрушка? Ну, это игрушка, конечно, но тут она не нарисована. А там, кстати, крылатая, смотрите, еще игрушка должна быть. Еще вот такая, олень какой-то, оленька. Ну, нам нужно вон туда сейчас, да? Больше у нас тут никуда стрелочки не указывают пока что. То есть, в теории, да, нужно те же самые места облазивать, которые уже облазил. Вот это только место меня еще пока непонятно. Тут камушек мы забираем, да. На метле может быть, кстати, да, легко, а что бы нет, на метлу-то забраться можно. Вообще запросто. Прям, ух ты, как далеко, молодец. На метле, кстати, вообще запросто может быть на самой вершинке быть. А он где-нибудь, да, он легко мог туда это все унести. Ну да, смотри-кась. И правда. Вернул такой. Я причем-то его тут на двери нашел, да, а он так его просто закинул. Где он? А, он бегает. Подождем, пока убежит. Блин, бинокль надо было взять. Во, я бы сейчас бы мог глянуть, да, что там на метле. Надо бинокль. Я понял, для чего он тут нужен, оказывается. И меня только что дошло, допедрил я. Для чего эта херь нужна? Че, вон летает. Я понял, для чего мне ружбайка. В натуре, смотрите. Охренеть. Понятно, сейчас будем охотником на уток. Ей, охотницей точнее. Охотница на уток. Что я никуда ее не выкинул? Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать. Не знаю, кажется, одиннадцать. Еще пять штук где-то надо найти. Есть стрелки еще? На. Ща, говорит, стрелки тебе еще. Че еще, говорит, захотел? Не-не-не, ну только не лови меня, пожалуйста, братишка. Потом искать, куда ты их прячешь, это вообще невозможно. Нереально. Я бы так сказал. Ну, видимо, мы сейчас побегаем, да, и нам типа еще покажут стрелочки. Ну, потому что... Что-то хоть первое, да? Первый акт. А такой сложный, жесть. Он больше часа длится. Не, ну понятно, когда ты знаешь, где что лежит. Споров нет, и может и за минут 20 пройти. Ну даже за 20-30 минут это не пройти, потому что, ну, блин. Все мои коробки сбивают. Ты где ходишь? Еее. Что сейчас было? Что пролетело? Так, там дети орут, короче. Пойду, узнаю, чё. Сегодня орут. А чё орали? Так, ты. Тебя нужно отнести. Больше нигде летунов нету, кстати. Не знаю. Нужен бинокль. Даже знаю, где он есть. Ближайший. Дармовый бинокль. Бежать, бежать, бежать. А чтобы эта тварь меня малолетняя не спалила. Вон он лежит. Может, подушка вам подойдет? Хер сосчитаешь, а?
лучше встанем и попробуем сосчитать. Вот это два, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, сейчас тринадцать насчитал. Их трудно сосчитать, там, может, кого-то два раза посчитал, или кто-то вообще не посчитал. О, вон он где ходит. Вот для чего ружбайка нужна. Ну, яйцо будет для чего-то нужно. Где, кстати, яйцо? А, яйцо там где-то валяется. Все для чего-то нужно. Может, подсказку, игра? Как тебе такое? Ну, сюда опять, кстати, запрыгивать. Там, может, легко наверху. Он же за меня забирал 4 игрушки. Сколько я вернул? Из 4, блин. Так, мне нужен камень. Вот этот вот. Хотя, наверное, лучше вон тот. Тут мы вот сюда запрыгнем и посмотрим. Так, вот эту воду надо еще слить зачем-то, не знаю. Ну, сольем, типа, можем слить, сольем. На какой-то хер. Зе вообще. Ну просто вот для чего. Так, на метлу запрыгнуть надо еще, я вспомнил уже. Я так и не взял этот, но. Бинокль. Полезная штука здесь оказывается. Или нет, не взял. Со шкафа хоть гляну там. Да давай, давай, ну блин, помазать. Угу. А сразу в другую сторону было давить. Хотя отсюда, мне кажется, даже попроще будет. Если будет два, ну-ка. Ладно, сначала на шкаф. А сейчас... Не, сейчас нормально. Нет, не... На, нормально. Пойдем. Нет там ни хера на дереве. Дерево надо кинуть. Что у меня вообще есть? Или это вот эта тварь? О, здорово, куст. Да хер его знает. О! Как, я сбил его! Ни хера себе! Я делал все правильно! И что теперь? Вообще нет никакой... А, на... да, да, я хотел на ручку этого залететь. Это вот что за место, да? Почему оно так освещено было? Мне кажется, в яйце просто тоже есть, понимаете? И надо как-то расколоть его, возможно. Такая мысль меня как бы это... Ну, на ручке нету, это понятно уже. Даже больше не знаю, где может быть. Ну где-то, знаете, в углу спрятан или в какой-нибудь дырке, блин, засунул. Вообще не знаю, сколько мне нужно еще, конечно. Подсказки, надеюсь, скоро будут. Так. Что я делаю? Опять я с биноклем, кстати, не... Я хотел на бинокль посмотреть, да. Угу. Вот тут-то вот, давайте, короче. Вода для чего нужна, непонятно. Кинуть свысока попробуем, да, вот просто. Швабра, это же очень высоко.
А ей можно закрывать? Ей нельзя закрывать. И мы такие... Вот, это самое высоко какое... Он типа зависло в воздухе, вы видали? Вы просто это видали, да? Чего-то яйцо нужно, короче. Сейчас бы еще потерял бы пару игрушек, и у меня бы истерика случилась. Так, ну надо туда воду, наверное, лить. Для чего? Ну просто для чего? Давайте кинем туда яйцо и нальем сейчас воду. Там сейчас вон яйцо лежит, да? Типа яйцо с, из яйца какой-нибудь ихтиандр вылупится. И он нам и нужен. Вот так вот, да? Типа вот такой вот. Хочу сказать, бред, это я наркоман. У меня нет других просто этих мыслей. Пока что. Жду подсказки. Пойду там сейчас гляну, еще, может, что-нибудь там, еще какая-то игрушка должна лежать. А почему под водой тогда я ее не видел? Че особенного, ну, в воде, что она преломляет? Хм. Тут тоже была маленькая лужица, но вот я смотрел, да, ничего не произошло. Лопата была, я думал, может там покопать, может, так лопаты тоже никакой не было. А ты достал меня, малолетний баран. Пора бы уже и подсказками меня наградить. Я бы был бы очень благодарен, если честно. Где-то в углу. А, ну конечно. Там я видел ее, блестело, когда я там прыгал. Но я думал, ну это, наверное, где-то текстурка. Ну, текстурки бывают, да, такое, типа, просвечивают. А тут он, лошадка. Лошадка. Оказывается. Сколько мне еще их, вообще непонятно. Давай ты последний будешь. Нет, говорит, не буду. Ой-ой. Я, говорит, последний не буду. Мы сейчас тут спрячемся, тут, может, что поищем. Ну, может, туда, наверное, сходить к пылесосу еще? Да? Ну, может, где-то тут что-то тоже, да, спрятано? Игрушечка какая? В уголку-то. Как бы нет, но... А вот стул, например, на стуле. Под скейтом, допустим, да, вот такая лежит такая под скейтом. Мне, говорит, не лежу под скейтом. Классно, говорит, если бы я там бы лежала, конечно, было бы вообще здоровски, но я там не лежу. И туда прыгать, и оттуда с биноклем палить вообще, что происходит? Видимо, да. Сначала сходим туда на стул, там, где мы нашли игрушки, и попробуем к пылесосу сходить в гости. Вдруг пылесос любит гость. Может, не? А там уже, короче, будем оттуда плясать. Мне кажется, что мне одна осталась. Вот реально одна. Я считаю, что подсказка могла бы уже и появиться. Должна бы уже. Я бы очень бы благодарен был. Может, под стулом, кстати. Я ж не был под стулом. А под стулья-то там, смотрите, существует какое-то. Да ты. Такое, да? Под стулья. Не-не-не, в этом под стулья нет ни хера.
там где-то в углу давайте на пылесос сходим, глянем. Так, вот тут где-нибудь что-нибудь посмотрим. Да, тут типа светло, темно. Ой, светло, темно, блин. Сказал тоже. Тепло хотел сказать. Во, темно, светло, темно. Масло жир, блин. Ага. Нихера. А вот тут дырка, смотрите, какая идеальная для игрушки, да? Но нет. В идеальных дырках должны лежать идеальные игрушки. Ну, смотрите, какая идеальная дырка. Ну, тоже, да, вернее. Вообще. Ну, вот так вот, ну, каждую дырочку сейчас мы проищем, естественно, но... И что найдем? Да ни хера не найдем. Походу, да? Да. Ладно, куда можно еще... Ну, наверх туда лететь. Больше некуда. На... Туда на трубу можешь попробовать. Типа отсюда, да, такой... Уф. И вон туда, да, приземлиться. Ну-ка. Как вариант. Ты там подсказку-то не? Никто еще меня забахать не хочет? Может, вообще больше не будет? Дали две подсказки, хорош. А, бежит. О, аж прям на трубу можно залететь. Нихера себе. Так, бинокль. Давайте смотреть. Тут часы. Там что? Там кресло. Пылесос. Окно. А мы были везде, там нет нихера. Тут мы тоже уже побывали. Наверху нету, да? Так вот, где-то тут в углах посмотреть возможно, да? Ну тут, может, где-то, да, под радио, я ж не смотрел день, под радио, за радио, на радио. А мы все собрали. На вешалке, может быть, тоже знает-то ее. Птица, может, еще выкакала одну. Нахер я вот эту воду налил, все еще понять не могу. У меня просто нет никакого понимания. Нахер я это сделал? С какой целью просто? Уже как это должен быть план, да? Может, там, типа, смотрите, вода, туда что-то размыла, пещерка. Образовалась. Хз вообще. А где этот дебил малолетний? Хз. Да ну нахер. Ну попробую, что у меня выбор есть, что ли, надо что-то пробовать. Одна долбанная игрушечка. Наверное, может и две. Может и пять. Не, ну точно не пять. Раз, два. А что тут все так странно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 получается, ну, а. Ну, 2 походу, не точно, но 2, еще и 2, нихера себе, а как раз 2 подсказки, давай, братан, ну, там бродит, пойдемте глянем, нет, да? Что он типа. Яйцо не вылупилось. Яйцо вернуть этой птице. Пойдемте, вернем яйцо птицы.
Так, эту дырку надо закрыть. Я бы закрыл эту дырку этим мальчиком просто. Да блин, опять, а? Хер поймешь, где это искать. Тут, как кажется, все дырки уже. А, кстати, может быть, в кастрюле лежать легко, да? Потому что же он, типа, воровал. Может, как раз-таки там сворованное лежит. Давайте в кастрюльку сгоняем. Так, чисто. Ага, сгоняем. Знаешь, что-нибудь? О, бинокль есть. Да блин, как же ты бесишь. Где ты ходишь? А, вон, вижу тебя. Че ж такое-то придумать, а? Где это может быть? Да вообще не знаю. Блин. Я свалил. А, блин. Ну, с этой-то точно можно будет. Да нет, там ни хера нет. Не, не падай туда, там нет ни хера. Ну, так, тогда пойдем еще наверх сгоняем. Может, там яйцо отдать курице. А, о, подсказки. Йо. Подсказки я люблю. Что-то я стал любить очень подсказки в этой игре. Прям ух. Кругами бегаю, как дебил. Не понимаю, что творится. А, все за тем же радио. Все тот же жирафик. Чего я там был? Ну ладно. Был, говорит. Только одна подсказка. Может, как раз мне одна игрушка и осталась, просто я не досчитался. Ну, типа, обсчитался. Надеюсь. Плохо, конечно, что с математикой плохо. Ну ладно. Зато пройду. Так. Чем я ж там был реально, да, на коробке? Может, там как-то нужно... Знаю. Прям реально был прям на той коробке. Может, он, да, это, который у меня стырил после этого. Я как сосу. Ну да, на. Ой, там вкусно заныкаться. Как ты-то туда залез? Я тут такие манипуляции провожу, что туда залезть. А ну ты ж кошка-парень, точно. Это свин ты, блин. Он прям, да, на углу лежит. Быть такого, что я не мог это увидеть. А! Хм. Ну... Не, быть такого не может, что я не увидел ее. Причем вот тут-то спускался, да, кажется? Это, походу, я воду выпустил, да? А она вышла на водопой. Типа такого. Мне подозрение сейчас вот, ну, реально похоже на это. Она туда еще смотрит, да? То есть, типа, цель этой воды, чтобы выманить козу. А, все-таки последнее. Боя. Ой, мамка наша. Какие у нее ножки? Это конышки у нее. Ужратва. Девочка-веснушка и кота-парень. Кошка-парень. Ложки не поменялись? Нихера. Там ложка. Они очень дружные были, такие веселые. Вечно играли друг с другом. Но потом, видимо, что-то пошло не так. Ага. А, это новый замес. Ха.
кем мы теперь, парня будем играть или опять телкой? Девкой. А, опять девчонкой. Уик-мак-ма. Надо что-то взять с собой. Куклу возьмем, да? Мы же девочка маленькая. Кукла нам сама то вообще зайдет. Йоу. Пирный театр. А тут-то что надо сделать? А, тоже, смотрите, да, нужно, чтобы... А там кто ходит? Нихера себе. Ну, тут красиво нарисовано. И, ну, понятно, что сейчас я не буду это проходить. Я просто посмотрел. Удивлен, поражен, шокирован. Машины даже ездят. Ничего себе. Люди ходят. А что делать? Ну, надо разобраться. Ну ладно, главное, эту прошел. Ну, когда ты проходишь ее, да, все становится логично, да? Ну, вроде логичные, простые загадки. Но вот это с водой, то, что я, типа, воду налил, и эта коза вышла попить водички, я как бы, ну... Ну, логично тоже, да, с одной стороны. С другой стороны, наркомания. Нету тут наркомании, все. Это у тебя в голове наркотики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!